Pitkin, stanță la Bătanțe, Europa. Stimați colegi, cine vrea să țină unde cei de la Casa Centrală luna viitoare în fața primăriei. Vreau să iasă din ceilalți. Vreau să zic că sunt și ne dăm deputat Народного Собрания. Aha, ești deortul, te-a deortul, băie, ești domnul. Vreau să zic că sunt capsămân. Одно плохо, что у нас вот народное собрание из народного собрания законодательного органа превратилось в совет колхозов. У нас выбирают, к сожалению, выбирают в основном те люди, кто имеет землю, кто лидер. А если человек лидер, он играется с людьми как хочет. Вот как комсомол. Вот как комсомол. Наворовал, обманул вас. Сегодня он говорит, что вы за меня не проголосовали, значит я ваши земли не отдам. Вот надо, вот народное собрание должно принять закон, чтобы лидеры, предприниматели не должны проходить народное собрание. Если ты идешь работать в народное собрание, ты должен идти работать на закон, над законами, а не над защитой бизнеса своего сына или же над защитой своего наворованного. Вот такие должны быть депутаты. Я одно удивляюсь, вот куда действительно смотрит прокуратура, куда смотрит, почему налоговая до сих пор не взялась за его. Я знаю, что он должен около 2 миллионов государству налоги за землю. Да за... больше. Больше. Больше даже, да? Да. Я вот... Я хочу обратиться. Прокуратура у нас работает по... Или налогов у нас работает по недоимке, по неуплате налогов. Или у нас работает только по... Вот здесь все есть. Оставьте мне его. Я вам оставляю. У нас, кстати, точно такой же есть Кирсова, чувак Илья Павлович. Он всегда прятался за своим мандатом. Еще он от Сакланерии, он тоже должен около 3 или 5 миллионов лей государства. Еще и 10 миллионов должен за то, что это топливо в 2000 году забрал и не вернул обратно. Но зато потом голосовал за отставку Кайтора двумя руками. Капсамон то же самое взял, тогда тоже кинул. И сейчас то же самое, 40 тонн дистоплива ему дали, 100 тонн пшеницы дали, но он не вернул их. А сейчас, сейчас... Ну, понятно, им, зачем им возвращать дистоплива или возвращать им зерно, когда легче собраться в Шарашкиной конторе в Народном собрании и голосовать за отставку Башкана, обвинять в этом Башкана, что... Ну и покровитель... В первую очередь надо вернуть самому, а потом требовать, чтобы вернули другие. А покровительствует кто? Прокуратура, представитель... Прокуратура под крышей Демпартии, судебная инстанция полностью коррумпирована, она, у кого денег больше, с теми они это самое общаются. А тут мы должны подать 429 человек в суд его, но мы знаем, как суды работают. Это нас заболтает на 3-4 года, мы ничего не добьемся. Это еще 3-4. Так они хотят, но мы им не дадим. Тем более, договора заключены с нарушениями. То есть мы правы. Я вот, хочу обратиться с телевидения, господин Георгиевич. Побойтесь немного Бога. Хватит уже обманывать людей. Хочу обратиться к председателю Народного собрания. Георгий Дмитриевич, перестаньте уже издеваться над людьми. Никто не хочет отобрать бизнес вашего сына. Никто не хочет забрать лишнее от вашего сына, как вы всегда говорите, что вы защищаете интерес сына. Вы представитель Народного собрания, вы должны защищать интересы людей, а не интересы вашего сына. Интересы вашего сына будут защищать суд и прокуратура, если есть где-то правовые нарушения. Вот это я вам хочу сказать. Георгий Дмитриевич, вам обращаюсь к Константину и обращаюсь к Георгию Георгиевичу Капсамону. Перестаньте уже, хватит издеваться над людьми. У людей в один день лопнет терпение. И вы потом об этом пожалеете. Тенянда, депутат Народного собрания, ворон топроклары, или он квоты, или председатель колхоза, или кто-то и так далее, везде бардак. Везде играют над людьми, везде играют, везде манипулируют.
İşleyiciniz golosovat için vereceğim. Sen bak ona ne kadar toprak varmış. O ne kadar satın toprak almış. Bize yermedi bir şey. Katete ondan gitti de aldı bizim. 42 hektar vinogradini 170 bin liraya ben de alacağım. 60. Bu başladı ona paralel manı. İnsan alacağız da o düşünme. Bir de yarım torba yalatsan gelin torba onu sende. Bir kanı yazan. Bunu bize aldı la burada. Hepsin var uşağı, hepsin simesi. O oynayın sanla.